Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о линьке у собак с разными типами шерсти. Хозяева собак различных пород неизбежно сталкиваются с линькой. Это совершенно естественный процесс, проходящий наиболее заметно у длинношерстных питомцев. Но каждая порода собак в период линьки требует индивидуального подхода. Пушистые лохматые собаки линяют обильно, требуют регулярной стрижки и вычесывания. В период линьки допускается купание длинношерстных собак 2 раза в месяц. Если своевременно и постоянно не следить за шерстью, она начинает сбиваться в колтуны, а на коже появляются ранки и покраснения. Неухоженное животное может быть уязвимо перед вирусами, болезнетворными бактериями и паразитами. Владельцы длинношерстных любимцев во время линьки должны всегда иметь под рукой щетку и огромное терпение. Владельцы короткошерстных собак надеются, что шерсть не доставит им хлопот. Хотя на самом деле короткошерстные породы также обновляют свой покров 2 раза за год. Причем маленькие волосики-щетинки сложно удаляются с одежды и ковров. Уход заключается в регулярной чистке специальной щеткой, имеющей натуральную щетину. Она мягкая и бережно собирает волоски. В период обильной линьки животное нужно протирать махровым полотенцем или велюровой тканью для эффективного устранения шерсти. Шнауцеры и терьеры потеряли способность естественно линять, хотя их шерсть тоже нуждается в уходе. Для этого необходимо каждые полгода делать триминг. Это искусственная линька. Возможно, 2 варианта. Использование специального ножа или ручная процедура. Триминг выполняется самостоятельно или при помощи специалиста-грумера. Такой уход не только придает эстетичность внешнему виду, но и защищает кожу от раздражения и слежалой шерстки. Среди любителей собаководов есть такое понятие «собака без линьки». Существуют породы, которые сбрасывают так мало волосков, что внешне это незаметно. Их шерсть не выпадает, как у обычных животных, при этом нет специфического запаха псины. Представители данного вида могут быть разных размеров – маленькие, средние или даже огромные. Такие питомцы идеально подходят для занятых хозяев, не имеющих времени на постоянный уход. Линька у собак – нелегкое испытание и для животного, и для его владельца. Чтобы питомец комфортно пережил данный период, придерживайтесь рекомендаций по уходу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.